Здравствуйте, дорогие хозяюшки! В этом видео я расскажу, как испечь высокий бисквит сразу, не имея высокой формы. Это позволит нам сэкономить и время, и деньги. Главная тема является, как испечь высокий бисквит сразу. Этот способ подойдет к любому виду бисквита. В данном случае я буду готовить простой классический бисквит без соды и порошка. Нам нужно 6 яиц, 2 столовых ложки ванильного сахара, 200 грамм сахара, 200 грамм муки. Не у каждого дома есть планетарный миксер, поэтому я выбрала вариант на простом миксере показать, что работая даже самым простым миксером, можно испечь воздушный высокий бисквит. Итак, начинаем. Нам надо взбить яйца с ванильным сахаром и с сахаром. Яйца по размеру я взяла средние. Чтобы добиться пышного теста, яйца мы будем взбивать где-то 10 минут, пока не увеличится в 3 раза. Рецепт очень простой, но если мы все сделаем правильно, мы получим воздушный, высокий и очень вкусный бисквит. Чтобы тесто не упало, муку будем подсыпать частями, маленькими частями, и хорошенько вымешивать до однородности. Бисквитное тесто надо вымешивать снизу вверх, легкими движениями, тем самым обогащая тесто кислородом. Тесто должно получиться легким и воздушным. Теперь приготовим форму. Возьмем пергаментную бумагу. Нам надо отмерить 60 сантиметров на форму 18 сантиметров в диаметре. Складываем ее вдвое и хорошенько смазываем подсолнечным маслом. Заливаем наш бисквит в форму и ставим в горячую духовку, нагретую 150 градусов.
Выпекаем 60 минут при 150 градусах. Готовый бисквит вытаскиваем из духовки и снимаем с него бумагу. Я это делаю сразу, но если кому-то горячо, можно подождать минут 5-10. Вот наш бисквит готовый. На 6 яиц он достаточно высокий. Высота бисквита 9 сантиметров. А если его разрезать на 3-4 части и перемазать еще кремом, посчитать по сантиметру крем, мы будем иметь торт высотой 12-13 сантиметров. Вот такой простой способ поможет нам сэкономить время и деньги, не покупая дорогую высокую форму. А также нам не нужно замешивать тесто два раза и печь два раза, тем самым мы тоже экономим время. Надеюсь, что это видео станет вам полезным. До новых встреч, пока-пока!